будет вам хорошая музычка. Хотите хорошую музычку? Получайте. Новая отчитка. Миссис Моджинг дала телепортироваться в измерения. Я сойду сейчас с ума. Ну давай пока. Как ты уже понял, мы с тобой находимся в очень необычном Майнкрафте. Миссис Моджинг отправила нас на эту версию Майнкрафта 20W14 Infinity. Это снэпшот для версии Майнкрафта 1.16, в которой добавили 2 миллиарда различных миров. Ну и конечно же, Миссис Моджинг дала нам новую ачивку — посетить 10 разных миров с помощью команды Bard. Некоторые миры мы уже с тобой посетили. И чтобы не сбиться со счету, давай будем с тобой вести счетчик. И мы с тобой посетили 4 мира. То есть осталось еще всего 6. Вы мне в комментариях написали очень много различных миров, которые вы хотите, чтобы я посетил. Я прочитал все комментарии и отобрал самые лучшие. Блин, у меня еды никакой нету, и я кушать хочу. Надо бы перед отправкой что-нибудь скушать. Я не гордый, готов и сырое что-нибудь скушать. Сырая баранина. Вкусно. Извиняюсь. Первый мир, в который мы отправимся, называется Sky Grid. Я, конечно, не уверен, что такой мир вообще существует и что мне не наврали в комментариях. Но вообще-то Sky Grid — это очень известная карта, которую, мне кажется, знает каждый Майнкрафтер. И если она реально есть в этом снэпшоте, это будет просто офигенно. Так, мы телепортируемся и... Офигеть можно! Я сейчас в таком шоке пребываю, ты не представляешь! Ты глянь, где мы с тобой находимся! Это карта Sky Grid в обычном Майнкрафте, при том, что я не ставил никакую карту! Так может быть, среди этих 2 миллиардов миров реально есть все карты в Майнкрафте, которые когда-либо строили? Это просто какая-то жесть! Ля, ты посмотри, ты видишь, там блоки мигают, это что такое? Я не помню, чтобы в Sky Grid мигали блоки, это что такое? Я такого не видел. Блин, капец. Здесь столько различных блоков. Интересно, алмазный блок тут есть где-нибудь? Ставь лайк, если нашел алмазный блок. Потому что что-то я его не вижу. Я реально целых 2 алмазных блока вижу впереди. Все, у меня, кажется, появился челлендж. Я должен добраться до этих алмазных блоков и не умереть. Блин, я их уже потерял. Нет, не потерял. Все, вижу. Прыжок! Опа, нормально. Я нашел шалкер. Ладно, шалкер, я думаю, мне не нужен. Потому что нафиг мне этот шалкер вообще сдался. Мне нужны алмазы. Я хочу себе сделать алмазную броню, потому что нам с тобой еще очень много миров сегодня предстоит посетить. И мало ли что в этих мирах мы найдем. Может быть, там дракон будет летать, и все, и мне жопа придет вообще. Поэтому нужно быть очень и очень осторожными. Еще один прыжок, ля, ты посмотри, это ступенька, в которой вода. Это забор, в которой вода. Что здесь происходит вообще в этом мире? Там вообще что-то впереди постоянно мигает. Ты видишь, что это такое? Просто поставь лайк, если ты никогда такого в Майнкрафте не видел. Я сколько играю в Майнкрафт, первый раз такое вижу, а я уже подобрался к нашим алмазным блокам. Так, теперь их главное так собрать, чтобы они никуда не упали. Я же, это получится же сделать так аккуратненько. Первый алмазный блок. Блин, правда, у меня нету этого... Чё? Эндермир? Мне внезапно так стало пофигу на эти алмазные блоки. Что будет, если я зайду в Эндермир в этом измерении? Ну-ка. Понял. Ничего. Ладненько, один мир мы с тобой посетили. Нам нужно посетить еще 5. И я опять отправляюсь в комментарии к предыдущему ролику. Какой-то самоуничтожающийся мир я нашел. Я не знаю, что это такое, но вот подписчик написал, что там мир как-то уничтожается. Я вот телепортировался в Warp Decay. Слушай, пока вот я смотрю вокруг, вроде как все даже очень обычно. Как мне написал мой подписчик в комментариях, это измерение должно типа как-то само по себе разрушаться. Погоди, что это? Ты видишь эту хрень? Впереди. Какого дьявола там блоки в воздухе летают? Блин, на меня тут напала куча криперов всяких. Мне бы дерево найти, было бы неплохо. Хотя бы ночь переждать. Хватит в меня стрелять. Я тут удивился, что песок в воздухе летает, а тут вода в воздухе летает. Чё за дичь? Слушайте, а можно мне где-нибудь дерево вообще взять? Почему я все время в пустыне какой-то появляюсь? Пожалуйста, дайте мне дерево, блин, что за хрень? Ля, ты посмотри, подписчик не обманул. Здесь реально мир постепенно саморазрушается. Чем дальше мы идем по этому миру, тем этот мир больше разрушается. Мне теперь стало интересно, что будет, если вообще в какую-нибудь жопу уплыть. Ну-ка, погнали.
со мной тут вместе еще решили поплавать дельфины. Спасибо, дельфины, что ускорили меня, но идите-ка вы в жопу. Какого лешего здесь вообще происходит? Мне реально страшно на это смотреть. Это выглядит как-то прям зловеще и ужасающе. Опа, уголечек. Блин, даже в шахту не нужно идти, уголь просто так появляется. А что там, это озеро из лавы? Ну да, конечно, озеро из лавы. Ёпара, зато тут зимогор, отстань от меня. А это как здесь вообще получилось? Железный блок. Знаешь, вот чем дальше я бегу по этому миру, тем больше этот мир становится похожим на Skygrid. Ты посмотри, какие-то алмазные блоки начали появляться. Откуда это вообще все берется? Я просто бегу и теперь вижу какие-то рандомные блоки. Наблюдатели стоят, какие-то... Что это угольный блок? Вообще у меня лагать начинает очень сильно. Еще один алмазный блок. Так, слушай, знаешь, мне кажется, пора заканчивать это безумие и нужно телепортироваться в следующий мир. Мне кто-то написал про мир Слендермен. Типа, что он очень страшный. Давай попробуем посмотреть. Ну, я думаю, ты знаешь, что такое Слендермен. Это вот этот вот чудик. Него как раз таки и списали и сделали эндерменом в Майнкрафте. What the fuck? Я клянусь тебе, я не вставляю это на монтаже. Я просто... Ты не поверишь, но в этом мире ходят эндермены. Я телепортировался в мир, который называется Слендермен. И здесь ходят эндермены, и у меня какие-то помехи на экране. Чё за жесть вообще? Если среди моих подписчиков есть эпилептики, лучше прямо сейчас выключайте видео. А что это впереди? Деревья какие-то? Так, я теперь хочу добежать до туда. Охренеть, я вышел из этой аномальной зоны, ты посмотри. И эти деревья оказались нифига не деревьями, а какими-то горшками с шерстью. Я ничего не понимаю вообще, что происходит. Это реально какой-то жуткий мир. Не, все, в эту аномальную зону я больше не пойду. Вот лучше вот дерево добуду, потому что у меня тут есть алмазные блоки. Надо бы хоть что-то алмазное сделать, не зря же я их добывал. Это, конечно, очень страшно, но чертовски красиво. Мне прям очень нравится. Ну все, теперь у меня будет алмазная броня и не... Никто не сможет меня пробить. Да, жутковато здесь, конечно. Темный мир, то ли черно-белый мир. Называется он Black Light. Давай попробуем туда отправиться. Так, и... Что? Это у меня залагало, или это я уже... Чего? Где я, мать твою, что происходит? Это обычный мир Майнкрафта, но только он весь черный. Чего, блин? Типа Black Lives Matter. Блин, ты позори, я даже здесь вижу землю. Ты видишь, да? Вот здесь почему-то она не совсем черная. Вот тут прям чуть-чуть даже что-то видно. У меня даже названия предметов все черные. Как понять, что есть что? Мне нужно сделать факел срочно. Где здесь факел? Скажите мне, пожалуйста, вот это у меня... О, это палки. Все, это палки. И вот уголь. Все, отлично. Так, берем факел. Все, сейчас должно все стать нормально. Понятно. Ты смотри, когда я ставлю факел, почему-то все только хуже становится. Как будто бы все, наоборот, темнее даже становится. Я нашел лайфхак! В этом мире под водой все выглядит круто. Блин, в этом мире реально можно повыживать. То есть, ты понимаешь, ты должен разливать воду, чтобы что-то увидеть. Это очень интересно. То есть, по сути, в этом мире вода дает свет. Это очень странно, но мне нравится. Предпоследний мир, в который мы отправимся, называется шахматы. Ну-ка. А что, я ничего не написал, что ли, или что? Вау, 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 вау! Что за дичь вообще? Я не понял. Погоди, это какие-то дырки? А, нет, подожди, это те же самые блоки, просто... Я, короче, понял, где в этом мире какие-то явно проблемы с освещением. Блин, ну выглядит это реально очень прикольно. Ты посмотри, даже когда я захожу... Что? Когда я стою на черном блоке, все в порядке. Но как только я захожу на светлый... Это очень странно. Знаешь, вот если бы мне сказали, что это какой-то мод, я бы вообще прям не удивился. Но это ванильный Майнкрафт. Ты понимаешь, ты прямо сейчас можешь зайти в Майнкрафт, зайти на эту версию и вот сделать то же самое, что делаю я. Ничего не нужно дополнительно устанавливать. Это как бы есть в самом Майнкрафте. И это реально меня шокирует. Даже курицы становятся черными. Господи, помилуй, помогите. Погоди, а если я сделаю, допустим, светокамень и поставлю его сюда... он тоже черный становится.
То есть любой блок, который я сюда поставлю, он будет черным. У нас остался с тобой всего лишь один мир, потому что как только я в нем попаду, скорее всего, у меня пройдется ачивка, и меня телепортируют обратно в мой мир. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Миссис Моджанг, если ты меня слышишь, пожалуйста, не телепортируй меня сразу, я хочу посмотреть на мир. Смотри на свое говзмерение. У тебя 3 говнуты. Спасибо, миссис Моджанг. Последний мир у нас называется Colors, то есть типа цвета. Я его тоже нашел в комментариях и надеюсь, что там что-то прикольное. Какая красота! То есть, как я понимаю, весь этот мир разделен на 4 разных цвета. На зеленый, на желтый. А я тоже, да, я стал желтым, синим, красным и зеленым. Я, кажется, знаю, что это такое. Ты же знаешь, кому принадлежит Майнкрафт? Все правильно, Microsoft. А теперь вспомни, какой логотип у Microsoft. Вот ты подумай, подумай. Да, вот он именно такой вот. Вот такими вот цветами все здесь и выложено. Это, видимо, пасхалка на Microsoft в Майнкрафте. Господи помилуй, что только не придумаю. Так, миссис Моджанг, я готов. Телепортируй меня обратно. Ну, долго мне еще стоять, я не понял. Ладно, давай подождем. Не, ну красивый мир, мне нравится, конечно. В этой версии Гавкрафта гавбавили 10 новых гавцких гавчевок. Пройди их. Новая ачивка! Получи 10 новых адских достижений. Это в смысле вот здесь вот? Ёханый бабай, в этой версии Майнкрафта 20W20A добавили новые адские достижения. Это типа вот эти вот осколки прошлого, путеводный камень. Так я уж половину из этого все прошел. На самом деле, признаюсь тебе честно, я вот до этой рубрики я вообще ни разу не проходил достижения в Майнкрафте. Я на них все время забивал. А в этой рубрике, мне кажется, я прошел все вот эти вот достижения уже на миллион раз. И еще миллион достижений, которые придумала миссис Моджанг специально для меня. Фу, блин, это было просто незабываемое приключение. Походу придется мне собирать свои вещички и отправляться снова в ад, потому что мне нужно проходить нашу следующую ачивку, потому что совсем скоро мы обновимся до версии 1.16, а потом уже начнутся снэпшоты к версии 1.17, 1.18 и так до бесконечности. Я, по крайней мере, надеюсь. Я надеюсь, Моджанг не перестанут выпускать обновления для Майнкрафта. Этим мы займемся уже в следующей серии, так что прямо сейчас поставь лайк. Как только ты поставишь лайк, я сразу же пойду записывать новую серию. Подпишись на канал и тыкни на колокольчик, чтобы ее не пропустить. Но я пока буду к этой новой серии готовиться. Нужно починить свою кирку, пластинку надо в сундук сложить, а то шо ты, у меня внутри лежит. Опачки, пока!